Центр онкологической терапии и диагностики планируется построить на базе медицинского кластера «Лапина». Общая площадь объекта составит порядка 13 тысяч квадратных метров. Медцентр будет рассчитан на 134 посещения в смену. В Центре онкотерапии станут применяться технологии ядерной медицины для диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, проведения лучевой терапии и томографии. В здании также разместится комплекс для производства и изготовления радиофармацевтических лекарственных препаратов. Предусмотрены и мероприятия по благоустройству территории и обеспечению доступности маломобильных групп населения. Реализовать проект планируется до конца 2024 года.